Вотсап, друзья, с вами Баш. Мы продолжаем играть в Sky Factory. Такс. Ну, как и планировалось, в этой серии мы с вами отправляемся обратно в темную-темную бездну. И попытаемся выкупать там что-нибудь интересное. Блин, опасно, не могу себе позволить такое затяжное падение. Ух, темнотюга. Так. Седьмой уровень. Алмазы, придите. Так, так, так. Сильвер, сильвер, сильвер. Эмеральд. Ну, как интересно выглядит эмеральд. Так, давайте ради интереса вскопаем эмеральд. Один эмеральд с лаком 3. Как-то не густо совсем. Так, все складываем. Как удобно, черт возьми. Так, дальше. Вот как бедрок выглядит в местном моде. Как какой-то капа-чувак. Так. Я не помню, а здесь этот-то. Голда-то есть? Дай голды, чувак. Так, давайте починим. Я думаю, настало время. Что у нас здесь? Дюрабилити, хайс, дюрабилити. Скорость 27. Вау. Готово. Это тоже починим. За компанию. Ну и маток давайте починим, чего уж там. Тут меньше всего требует. Так, продолжаем. Так, это у нас сил тач, правильно? Пе-пеу. Даймонд, наконец-то даймонд. Хорошо. Я соскучился по даймондам. Вот вам камень, дорогие друзья. Так. О нет, это нехорошо. Понятия не имею, откуда там взялось лавовое озеро. Но мне с ним целоваться не хочется. Видите, сколько даймондов? А, это сильвер здесь. Окей. Ну, она, в общем-то, концентрация увеличена. Ресурсов. Откуда он течет? Мне славы бы совсем не хотелось бы поцеловаться. Этот редстон давайте попробуем вскопать. Найти источник. Все. Наконец-то. Дайте-ка мне немножечко даймондов. Черт возьми, а. Нет, я не спорю. Я добываю ресурсы автоматически, мне ничего для этого делать даже не нужно. Но старый добрый майнинг, без него вообще прям не знаю, как можно жить. Это действительно то, без чего Майнкрафт не обходится. То основная часть Майнкрафта. Одна из основных частей. Так. Еще эмеральдик. Хотя чего-чего, эмеральдов у меня достаточно. Так. Еще с этим вейнмайнером так удобно копаться. Копайся, не хочу. И посмотрите, сколько ресурсов. Круто. Так, все лишнее. Заберите, пожалуйста. Даже даймонды можем отдать. Покушайте обязательно.
понятия не имею, зачем мне столько необработанного камня. Просто я подумал, зачем мне столько зачем мне столько каблстоуна, когда можно получить просто стоун, правильно? Так, капа-капа блоки. Да, починка достаточно затратная, конечно. Ну, это скорость кирки, конечно, поражает. Топор мне не очень, но его, можно будет позже потом оптимизировать. Так. Даймонды. Копаемся дальше. И то это я на втором уровне копаюсь. То есть, по идее, даймонды-то повыше обитают, да? Сильверов очень много, которые похожи на даймонды. Да, с таким камнем у меня проблем вообще не будет. Даже не сомневаюсь. Тут какая-то мешанина вообще. Такс. Что там такое на коврике мешается мне? Какая-то крошка попала. Теперь мешается. И крошка. Не мешайся. А чё ты апгрейды-то мне не даешь? Какие-то глупости пишут, а апгрейды не дает. Так. Как-то Незервард попал мне в сумку. Интересненько. А, она сломалась. Да, с дурабилити, конечно, у нее плохо. Но она тут быстро копает, и т.д. и т.п. Так. Эмеральд мне не нужен. Это забираем. Блин, какая необычная площадка, да? То везде пустота, а то прям везде не пустота. Заодно можно поизучать, как даймонды спавнятся в этих версиях Майнкрафта. То есть вот ничего-ничего, а тут вот сразу оба и несколько. Редстоун тоже позже покопаю, чтобы чисто кирку апгрейдить посильнее. Сильвер. А, видать, сумка полная. Да, я надеюсь, мне там хватает места. Блин, опять железная руда как-то появилась у меня в инвентаре. Вот даймонды, если там в мире в том не так быстро собираются, то здесь вот пошел, поломал пару блоков. И все, тоже весь в даймондах. И может совсем не парить. Еще хейст! Вы просто чокнулись. Сейчас, когда чинить кирку будем, посмотрим, какой там хейст. Там он уже ненормальный какой-то. Даже не сомневаюсь. Так. Ну вот она, собственно, сломалась. Давайте посмотрим. Просто вот эта кирка, я считал, что она быстро работает, 21,5, и это 35. Охренеть. Тут я понимаю скорость. Да уж, так. Умудрился обычных блоков. А, я вот этой киркой нечаянно копнул, да?
Ладно, ничего страшного. Не смертельно. И не так много обсидиана осталось, так что давайте покопаем редстоун, пожалуй. Это киркой, да? Fortune. Все-таки редстоуна тоже не бывает мало. Всегда нужен. Хотя, насколько я слышал, что люди сюда приходят не эти руды копать, ресурсы. Народ сюда приходит копать кварц и прочее, что долго добывается и добывается, собственно, из Soul Sand. А Soul Sand... Немногие знают, как крафтить, или не хотят крафтить, или еще чего, не знаю. Ну, в общем, не имеет такого большого значения. Так, тут надо забрать, то потеряю, не найду, как крафтить. А вот и крипер, кстати. Потому что ему все равно светло, здесь или темно. Так, даймонды. Обязательно, да. Блин, вроде здесь просто ходишь и такой в раю ресурсов. Привет. Ты чё, хитришь? Reinforced. Вроде бы reinforced означает, что она будет хуже ломаться. Или типа того. Так-с. Да, редстоун я набрал, конечно, тоже неплохо. Даже не знаю, как это комментировать, если честно. Просто... просто майнинг. Полезный майнинг. Ну да, тут ничего не скажешь, конечно. Редстоун полезнее, чем обычный камень. Лапис тоже очень полезный. Криперы не очень полезные. Говнюк, он не умер с первого удара, потому что он, типа, это самое. Типа, удвоенное ХП. Я прям... прям вообще испугался. Так. Скелет где-то костями гремит. Уже слышу. Начинается. Может, ради интереса прокопаться, посмотреть, что там за озеро лавы? Хотя мне думается, там просто тупо лава, ребят. И ничего интересного. Больше ресурсов, меньше скелетов. Так. Где я начинал все это дело? Тут вот повыше. Ага, понятно. Я где-то там слышал воду. Мне чисто ради интереса. Надо посмотреть, что там за вода. Давайте послушаем. Надо услышать воду. Где-то здесь же журчал только что. Вода. Hello. Ага, это не я копал. Что это такое? И это тоже не я копал. И это не я. О, господи. Что здесь происходит? Тут происходит... Дэвид Блейн. Вода телепортируется.
собственно, фрост вода или ядовитая вода? Нет, просто вода. Ну ладно, окей. Вполне себе такая водяная вода. Хорошо. Так. Наверное, пойдем еще до конца дорубим кирку. И можно будет подниматься наверх. Так, тут лава. Нафиг лава. Тут зомби. Нафиг зомби. Ух ты, это типа у меня текстуры баганули или что это? Я что-то видел. Но что я видел, я не понял. И вы, кстати, тоже что-то видели. И это что-то было в этом углу. Я хочу выяснить, что это. Черт возьми. А, она сломалась, конечно же. Чего бы нет. Ну все, ресурсы кончились. Собственно, добиваем последнее и уходим отсюда. Что там было? Нет, надеюсь, я не заблужусь. Так. О, это будет долго. Я чешуйница в жопу. Серьезно, что ли? Я ж чуть не обосрался. Stone Monster Egg. О боже. Я чуть штаны не наложил. Время 3 часа ночи. Черт возьми. Это, говорит, будет долго. Если лежишь такая. Да, это, говорит, будет долго. Да охренеть. О боже. Все нафиг. Я что могу одеть это? Да, так мне идет куда больше. Добро пожаловать в мой летсплей. Это Сильвербаш. У кого есть проблемы? Сейчас пойду решу их. Ладно, давайте отправляться домой. Довольно с меня. Этих приключений тут слишком стрёмно для меня. Блин, аж дрожь. Так, валим. Так, а тут чё? Что тут устроили? Переполох. Ладно, поднимаемся. Лифт наверх, пожалуйста. Фух. Хоть здесь и недостаточно безопасно, но здесь я чувствую себя хоть чуть-чуть безопаснее. Ну, а здесь уже гораздо безопаснее. Чего у меня там с сундуками? 0, 0.
Так он даже не начал забиваться. Тут все еще супер-мега здорово. Хотя 10 тысяч камней набрал. Гладкого. Неплохо так. Так, и немного редстоуна. Ну что, могу сказать, здорово, мне понравилось. Че это? Хэд. Хэд. Хэд, да, отсюда надо выгрузить, на самом деле, они с ней нужны. Как-нибудь. Ну да ладно, займусь этим потом. Что я хотел сделать? А, надо вот эти лилии посмотреть и прочее, прочее. Давайте посмотрим. Так. Стойте-ка. Sharpness, breaking, fire protection, smite, efficiency, power, fire aspect. Я могу психануть вот так вот? Нет, ну ладно. Тогда не буду. Как может быть fire protection и smite одновременно, и efficiency, и fire aspect? Это просто разные крафты на разные виды оружия, то есть на меч, на броню, на кирку, наложенные на одну книгу. Давайте вот это попробуем. Нет, не работает. Ну ладно. Я не особо расстроен. И не такой слабый клинок, чтобы расстраиваться по этому поводу. Так, пойдем кирку починим. Такой, пойдем кирку починим. И забрал весь обсидиан. Потому что она много требует. Стоит, скорость, она просто меня поражает. И этот звук меня тоже поражает. Дан. Просто. Такая там скорость ненормальная. И все они копают ордит, то есть супер крутые. Да, efficiency. Ой, capacity не самое большое, но. Так, не понял. Какие у тебя проблемы, парень? Эти ребята созрели, как и эти все. Не понял. Энергия у тебя есть. А, ё-моё, сломалось все. Тут у них какой-то островок дурацкий. Надо все ликвидировать лишнее. Так. И чё им надо? Несколько хоев. Сколько у меня алмазов-то, кстати? Я там неплохо так поднабрал. 429. Ну, где-то на сотню увеличил, наверное. Так. Понеслась. Ну, а мы пойдем пока попробуем скрафтить лилии. Лилии. Ну-ка, на ту... Он вообще не фармит Essence of Nature. Почему? Это... раздражает меня. Потому что у меня нет лилий. Так. Соответственно, мне надо фармить. Соответственно, надо фармить. Да, скорее всего, этим надо заниматься вне серии. Потому что вам это вряд ли интересно будет смотреть. Но займемся, потому что у меня пока нет планов на конец этой серии. У меня были планы именно там побывать. Я побывал там и сильно испугался. Теперь меня интересует другой вопрос. Чешуйница спавнится только рядом с крепостью, в которой есть эндер-портал.
Или они могут быть рандомно найдены просто в любом коблстоуне. А я еще сразу не догадался, я забыл, что они так долго копаются. Думаю, что за фигня? Я думаю, потому что мне кирка сломана или типа того. Начал отмазки придумывать, а на самом деле там все куда стремнее. Да, пугающая фигня. Минисио. Блин, ребята, я надеюсь, вы ставите лайки, потому что я ночами сижу, записываю эти видосы, и, собственно, это большого стоит. Мне сейчас глаза все красные, собственно. Третья ночь подряд идет. Фух. Так что, надеюсь, что фидбэк от этих видосов будет. Сейчас на канале где-то 13-я серия. А это у нас 34-я, наверное. Да, если с руки, то Нэчер сразу падает. Странно, почему земля фармится там, а Нэчер нет. Очень интересно. Может быть, сторона какая-то не такая или еще чего. Не понимаю. Давайте сейчас. Сколько там нужно всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть эссенций нам нужно, чтобы скрафтить лилию. Соответственно, фармим, скрафтим. И, наверное, закончим. Так. Как-то они странно растут. Как непонятный тверкинг. Когда тверкал над одним деревом, а росло совершенно другое. Да уж. Люди просят стрим по Sky Factory, но какой тут стрим уже? Они пугались, когда на канале была 8-я серия, а стрим после 11-й смотреть. Когда на канале 13-я серия, а стрим смотреть после 34-й. Это уже совсем, совсем уже. Так, ну чё ты? Поясничаешь. Ну, серьезно, уже не серьезно. Блин, это черная штуковина. Все, всего меня добило. Все хп съело. Так. А, соответственно, лили. Лили. Крафтим. Отдаем. Крафтим. 5 только. Давай больше мне. Нельзя. Давай больше мне. Воды нет, да? Да. Empty whale. M. Я же правильно пишу. Виал, господи. Ага, и стекло нужно. Заодно посмотрю, сколько там стекла нафармилось. Небось уже вагоны просто. Так. И стемнело, надо пойти поспать. Да, неплохо я так там кирк поапгрейдил. Идем сюда. Все. Нет, не все. Что-то я поясничаю. Тут у нас 42. 42 тысячи ведер. А здесь 12 тысяч стекла. Ну, неплохо так. Вообще, я не помню, говорил вам или нет, а стекло я здесь использую для того, чтобы... Собираю, чтобы
сделать потом солнечные панели. Для солнечных панелей нужно очень много стекла. Но то, что у меня там есть, уже, скорее всего, достаточно. Но не останавливать же производство. Просто потому что... У меня есть дикое желание скрафтить больше сториджей, но у меня даже еще два столько же, блин, и они вообще не тронутые. Поэтому не знаю. Пока думаю еще. Такс, соответственно. Вейл. Вел. МТВЛ. Глэс. Еще как дам в глэс. Шуточки за 3 часа ночи. Так, так. Ну, наверное, столько хватит, да? Надеемся, что хватит. Лилипады. Все, все выделил. Мне опять 32 минута идет. Да уж, не умею я, короче. Если посмотреть на мини-мапу, то там просто дурдом какой-то происходит, поэтому лучше не смотрите. Так. Последние два стака. Готово? Готово. Так, ну, собственно, отправляем эту storage-систему. Так. Короче. Лилия. Вот это. Для нее нужно вот это. Для нее нужно вот это. Неплохо так Незервард фармится. Мне думается, он даже еще осталось. 2500. Вы вот только посмотрите, как эта ферма, вот что эта ферма вытворяет. Эти Незерварды, они растут под лилиями. Соответственно, это то, что вытворяют эти лилии. А сколько эртха у нас? Эртха всего 200. А Минисио не фармится что-то совсем. А, нет, Минисио, вот оно фармится-то. Оно жарски не фармит, оно вот это фармит. Да, фарм ненормальный, конечно. И это я не все там засел еще этими лилиями. Так, что-то я хотел сделать. Что-то я хотел сделать. Ребят, я забыл. Лилия. Так, лилия. Вот это, вот это. Ну, готово. Потом вне видео. Мне уже конкретно не вартов не хватает, потому что вартов у меня, блин, 2500 вартов. Вартов мне хватает, мне нужны именно лилии. А лилии почему-то не фармятся с этой штуки. Точнее, эссенция земли. Как я могу что-то при... Да мне уже, в принципе, все равно, где это ставить, потому что этих хватает. Этих завались, а мне нужно только заполнить всю эту территорию. Так. Что-то я попасть не могу. Вот. Впустите меня. Ну вот, собственно, давайте еще осветим все это дело. Забор поставить. Лениво пока забор ставить. Пусть будет так. А, ну можно сейчас одну теорию будет проверить по поводу фарма Vibrant Alloy. Пока не закончили, хотя время уже 35 минут. Но извините, что такие долгие серии получаются. То ставьте лайки, что ли, я не знаю. Такс. Теория, проверяем теорию. Мы все складываем, чтобы ничего не перемешалось. Посмотрим, сколько у нее есть опыта. 907.
70 тысяч ведер опыта. Да уж. Куда весь мой левел потерялся? Или я его отдал сюда? Я могу отдавать левел? 48-й? Нет, не отдал. Там просто баганулся. Ладно. Так. Что-то я хотел сделать. Ну какого хрена я сам себя перебиваю? Что я хотел сделать? А, теорию проверить, точно. Значит, все мы это забираем. Конечно, здорово, что все мне попалось, но... Но здесь не нужно. Все в топку. Давай мне железо. Блин, жалко, в этой печке не работает ускоритель передачи всего. Так. Так, смотрим, что у нас еще есть. В помойку. Остальное. Остальное вроде стакабельное. Кроме этой головы. Да, все остальное, в принципе, можно отдать в систему. Так. И проверить анкоманки. Что из анкоманков можно крафтить? Всякие штуки? А, нет, это просто совершенно другие моды. Potion Launcher. Ладно, так. Проверяем теорию. Сколько там будет Vibrant Alloy'ов? А, с рарок мы получили один. А с этих... Ни одного. Хм. Более того, я получил в два раза меньше ресурсов. Тот сундук был практически весь полон. В таком случае проверим еще одну теорию. Возможно, ему нужны комонки. Тем как-то багано работает передача мне комонок. Конечно, спасибо, но ты как-то тупо работаешь. Итак, поглядим. Ну вот, даже с комонок получилось больше. С комонок получилось больше всего вибрантов. Получается, они с комонок дропаются. Потому что... Почему? Потому что с анкомонок вообще не выпало. С рарок одна выпала. Возможно, с эпиков. Но сейчас эпики я проверять не буду, здесь уже места нету. Ну, в общем-то, вот так вот, ребят. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Баш. 40 минут. Лайки. Лайки. Дайте мне лайки. Все, всем пока. Я вас заколдовал.